Готовьтесь вонзить зубы в следующую главу саги о Веноме. Sony Pictures только что выпустила симбиотическую бомбу. Третья часть, метко названная «Веном. Последний танец», обещает сплести паутину интриг. Октября 25, 2024, новая дата выхода, так как небольшой сдвиг вперед гарантирует более раннюю встречу с антигероем. Изначально на 8 ноября 2024 фильм ждали с нетерпением, так как в июне из-за забастовки актеров план не сросся. Спекуляции изобилуют. Фотография Тома Харди намекает на связь с Человеком-пауком. Нет пути домой. Не бойтесь, детали, выходящие за рамки дразнящего самородка, остаются неуловимыми, как Веном. Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор присоединятся к этому приключению, добавив свою звездную силу. Готовьтесь к танцу тьмы и судьбы. Веном, последний танец, обещает отправить нас в дикую поездку по вселенной Марвел.